Школьники, мечтающие открыть свое дело, уже сегодня осваивают азы предпринимательства. При поддержке Министерства инвестиций и инноваций и Минэкономразвития области в 4 крупных городах Подмосковья проходят 2-дневные семинары для старшеклассников. В Красногорске образовательная площадка «Я предприниматель» открылась на предприятии «Союз СНАП». Мы все идем в формате не так, как лекции в университете, мы все будем читать, вы будете записывать, потом вы проверять ваши рабочие тетрадки. Нет, мы хотим с вами общаться, мы хотим в формате диалога показать то, что мы умеем, рассказать важные кейсы, которые сейчас очень популярны. Мы знаем, что вы – наше будущее. У подростков, которые интересуются техническим творчеством и инновационными технологиями, преимущества, уверены спикеры форума. Уже первый день семинара показал, предпринимательские амбиции ребят вполне могут быть реализованы. Когда начали разбирать их бизнес-идеи, их какие-то реальные вещи, о которых они действительно думают, то они открылись и создали вот с помощью меня свои первые бизнес-модели, описали процессы, как их бы в реалиях, в мечтах будущая компания могла бы функционировать. И я считаю, что это круто, они справились с этой задачей достойно для их 14-летнего возраста. Это вот прям супер крутой результат. Учителя довольны учениками, а ученики – учителями. Особенно, когда преподают опытные бизнес-коучи и эксперты в области инноваций. Маркетинг, инвестиции, стратегии личностного роста. Знания лишними не бывают, говорят ребята. Начинать надо с того, что ты должен придумать, какой ты контент будешь делать, ну, какой ты продукт будешь изготавливать, потом уже нарабатывать рекламу и все так далее. Я узнал, как создать свой бизнес, какие этапы в нем есть. Ну, все подробно было расписано, рассказано, я все понял достаточно. То есть было интересно. Это может быть как способ заработка денег или же, ну, просто как какое-то хобби, например. Ну, больше все-таки, наверное, первое. Я считаю, да, может пригодиться. Мероприятие в таком формате проходит в регионе впервые. Образовательный проект реализуется в рамках государственной программы Московской области. Его главная цель – вовлечение молодежи в предпринимательство. И кажется, юные красногорцы уже готовы стать частью бизнес-сообщества Подмосковья.